убеглой оппозиции занятие. Все теперь политологией живут, прогнозируют вовсю аристократия. Что же с нами будет там и станет тут? Пусть не точно и пускай есть возражения, пусть размыты вовсе правила игры, но сказал два слова сразу уважение. Политолог, а не хрен какой с горы, не тягаться мне, елки, с моталками, с мудрой речью текущей рекой. Эх, пойду я назад к экстрасенсам с гадалками. Результат у них точно такой. Есть еще одни, которые вне критики. Безусловен мощный их авторитет. Голубая кровь, короче, аналитики. Вот где ложка будет дорога в обед. Аналитику в рот палец не положите. Ты уже не прав, когда едва посмел. Тут светило, ну а вы батоны крошите. Что там палец, он давно собаку съел. Не тягаться мне, елки, с моталками, с мудрой речью текущей рекой. Эх, пойду я назад к экстрасенсам с гадалками. Результат у них точно такой. Вершине на заоблачной, до которой кривой дороги нет, не чета нам сиволапым да селедочным, на всю задницу свою сидит эксперт. Он не просто знает, он конкретно шарящий. Это глыба, суперстар на телешоу. Вот и слушайте его, друзья, товарищи. А мне лично надоело, я пошел. Не тягаться мне, елки, с моталками, с мудрой речью текущей рекой. Эх, пойду я назад к экстрасенсам с гадалками. Результат у них точно такой.